Привет, с вами Ольга. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы приготовим вкуснейшее, нежнейшее и очень ароматное тыквенное печенье с вялеными мандаринами. Такое лакомство не оставит равнодушным никого, понравится даже деткам. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, чтобы не пропустить другие интересные рецепты. Все ингредиенты и описание рецепта также вы найдете под видео. Давайте готовить! Тыкву хорошо моем, разрезаем, очищаем, запекаем при температуре 190 градусов 60 минут. Даем остыть. Тем временем в миску вбиваем яйцо, добавляем ванилин, сахар, растительное масло. Все хорошо перемешиваем. Остывшую тыкву пюрируем. Берем вяленые мандаринки. Они сами бегут к нам в руки. Удаляем косточки, если такие имеются. И нарезаем мелким квадратиком. В массу добавляем тыквенное пюре, мандарины. Все хорошо перемешиваем. Добавляем муку, разрыхлитель и замешиваем тесто. Тесто должно получиться вязким, липким, неоднородным. Чтобы тесто не липло, все смазываем растительным маслом. Берем формочку для печенья или можно столовую ложку, все что угодно, и будем распределять тесто, чтобы оно у нас было одинаковое, чтобы печенюшки получились равномерными. У нас получилось 2-4 печенья. Руки смазываем растительным маслом и формируем печенюшки. Раскатываем кружочек, чтобы оно получилось ровненькое, и делаем круглые пласты, примерно 1 сантиметр толщиной. Вот такие печенюшки у нас получаются. Кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. При запекании печенье немножко подымется. Вот такие красивые гладкие у нас они получаются. Примерно 1 сантиметр толщиной. Запекаем. Теперь небольшой мастер-класс от моей дочурки. Ручки смазываем растительным маслом. И формируем печенюшки. Берем нежными маленькими ручками, раскатываем кружочек. Вот так вот. И делаем пласты толщиной 1 сантиметр. Вот такие красивые печенюшки у нас получаются. Кладем на противень, застеленный бумагой. Вот так вот делаем кружочки. Чтобы печенья получились гладкими. Вот такая красота у нас получается.
пробуйте, готовьте, привлекайте обязательно деток, им понравится процесс и само печенье. Печенье испеклись очень быстро, отходят от бумаги очень легко. Вот такая красота у нас и вкуснота получилась. А какие они ароматные. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, делитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и до новых встреч! Готовьте с любовью, живите вкусно! Радуйте себя и своих близких вкусными рецептами.